Мы снова в кафе «Пион» кинотеатра «Пионер». Непрописные истинное воспитание. Советы Симона Соловейчика учителям и родителям. Учитель сказал и забыл, а дети помнят всегда. Одно доброе слово может переменить жизнь ребенка. Одно несправедливое, сказанное сгоряча, может испортить отношения на всю жизнь. Кажется, что это чрезвычайно максимальное утверждение, особенно из того опыта, который у нас происходит с детьми. Но помнить об этом, знать об этом чрезвычайно важно. И тогда мы избежим очень многих ошибок.